Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра Besiege, и мы закончили вот на этой орде, то есть войне с людьми. Мне, конечно, очень много советов дали там, знаете, как сказать, таких типа строй так-то, или вот тут легче можно было, там легче. Нет, я не ищу, во-первых, никогда легких путей и не пытаюсь как-то это вот быстрее. Мне вот в данном случае мне интересно именно такое какое-то именно... построить какое-то такое устройство, которое было бы интересно, или что-то, то есть какой-то громадный, или как-то так. То есть поэтому я строю долго, ну, медленно, может быть. Если вам не нравится, собственно говоря, не смотрите. Ладно, здесь, в принципе, задача такая, что не нужно разрушать какие-то стены, и нужно просто крошить людей, так сказать, и все, значит, мы, наверное, ну, первое, знаете, что у меня приходит... Блин, что такое? Сейчас. Что-то я с... как-то... С картой... Нет, не то. Вот. Что-то я... Не, там, камера... То есть, первая идея возникает такая у меня, на самом деле. Это, к примеру... что-нибудь... колеса, может быть, надо закрыть как-то. Давайте попробуем. К примеру, так. Нет, не проканает. Давайте вот так вот сделаем. Большую машину, большой транспорт здесь, ну, совершенно не нужен. Он просто и так хватает. Так, сейчас нужно подумать. Мне дали совет, что поворотные колеса можно немножечко по-другому делать. В том плане, что одно... Ну, к примеру... если вот с рычагами заниматься, да, то рычаги ставим так. Так. То есть, в принципе, они, как видите... Как бы это правильно сказать? Только я вот не понял, в чем прикол. То есть, все правильно, они... Каждый поворачивает в ту сторону. Если обратно, то в эту. То есть мне попросили, чтобы я развернул здесь поворот, чтобы он как бы назад смотрел. И что они... Ну, может быть, я что-то сам неправильно понял. Или еще что-то в этом роде. Не знаю, честно говоря. Ну, пускай будет оставаться пока что так. Потому что, честно говоря, здесь не в поворотах идея. Тут, ну, как бы поворачивать не нужно-то больно. Здесь нужно просто убивать. Поэтому пока что давайте вот так, так, так. Ну, таким вот образом построим. Здесь стяжку такую поставим. Потому что, чтобы вот это все нас не развалилось. Мне кажется, так будет правильней. Так. Вот так. То есть... Как-то так пока что. Здесь всегда можно щиты наставить. Ну, не всегда, как раз таки мне и придется их ставить, потому что нужно, в общем, это. Так, и давайте. Я бы хотел, знаете, что сделать? Я бы хотел пилы сделать. Поставить пилы. Другой вопрос, что как они работают. Во-первых, если их так вот просто поставить, ну, здесь вот уже не получается, потому что... То есть мне что? А, она сама, смотрите, крутится и вполне режет. То есть пила крутится сама, ей никакой дополнительный механизм не нужен. Это хорошо. Это хорошо. Так. Это хорошо, значит... Сейчас, секундочку, дайте мне подумать... Высота людей, если так подумать, то мне обязательно вот на этом уровне нужно делать какой-то механизм, да? Смотрите, можно, к примеру, убрать вот здесь вот уже, ну, вот так вот убрать, к примеру, поставить блоки вот так. Угу, вот здесь вот скобы мешают. Так. Так. И
Вот это, если так поставить, то она будет болтаться. Если мы ставим по-другому вот так вот, то она тоже будет болтаться слишком и будет задевать мои здесь тоже колеса. Так что, знаете что? Можно, к примеру, поставить рычаги, ну вот такие же даже, да? Только развернуть их немножечко вот так вот. К примеру, сейчас объясню, в чем идея. К примеру, вот так вот. И если у меня получится... Вот так вот. Ух ты, круто как. Смотрите, по-моему, смотрится очень неплохо, но другой вопрос, будет ли это эффективным. На самом деле, тогда может быть легче меч просто здесь поставить. Я бы хотел, конечно, с пилами, чтобы это пилы работали. Давайте попробуем. Просто если я сейчас... Ага, ну вот я смотрю, что пила, в принципе, не слишком-то задевает-то. И он набегает просто-напросто, она даже и не пилит. Так, все понятно. С пилой как-то не прокатывает, не знаю, честно говоря. Как бы это правильнее-то и интереснее сделать. Была бы она чуть-чуть побольше, вот тогда было бы как бы эффективнее. Может быть, какое-нибудь приспособление? Нет, я ж ничего такого подобного не вижу. Ладно, посмотрим тогда. Давайте попробуем с мечами то же самое проделать, но с мечом. К примеру, вот здесь вот убираем и вот так вот. Здесь просто ставим вот такой вот меч. Единственное, что вот этот рычаг мы давайте перенастроим под, к примеру, ну, под... Вот так вот здесь сделаем так, здесь сделаем так. Отлично. Давайте попробуем. Так, что-то не то, раскладка не то, наверное. Нет. Нет, стоп. Стоп, стоп, стоп. Что-то я не так сделал. А, ну да. Или нет. А, сейчас. Вот, теперь все правильно. Надо всегда на английской раскладке делать. Так, все. В принципе, уже, да? Машина уже, на самом деле, может убивать спокойно, на самом деле, мне так кажется. Потому что, как видели, и те же самые элементарнейшие... Кстати, может быть, не заморачиваться? Нет, я, конечно, хотел бы с пилами, но как-то я заметил, что пилы-то более неэффективные в том плане, что... А давайте, знаете, что сделаем? Интересный у меня момент есть. Попробуем... Сейчас. Так, да где же эти пилы-то? Так, вот здесь вот можно так вот поставить, да? Странно, можно же было. Я до этого уже ставил. Странно. Я же вроде бы ставил до этого здесь пилу, но почему-то теперь нельзя. Ой, не то сделал. Странно. Я что-то недопонял. Странно. Ну ладно, хорошо. Честно говоря, я что-то прям-таки немножечко туплю. Но давайте, в принципе, попробуем... Простейшим способом попытаемся пройти. Тогда ладно. Раз с пилами немножечко не получилось, как я задумывал, то попробуем немножко по-другому пройти. Ну вот, уже не получается, потому что две пилы здесь, да? Так, так. Но вот это уже смысл тогда от пилы я вообще не вижу, потому что вот таким вот образом она не будет пилить. Ну, как сказать. Если только... Смотрите, если только блок прям поставить, который по земле будет, так сказать, ехать так. Но это же, он же, ну, сами понимаете, он как-то... ну да, чё-то я тупанул, ребята. Чё-то я тупанул, конкретно при том тупанул, вообще, чё-то, прошу прощения. Так, и чё, как вот это убрать-то?
Так, в общем, давайте, знаете что, вот так вот сделаем заново. Переделаем немножечко аппарат. Так, во-первых, так, колеса нам... Блин, вот колеса вообще, честно говоря, они... Они немножечко... Не в тему. Сейчас мы давайте так... Опустим предмет. Так. Так. Сейчас у меня, как всегда, появилась страшная идея. Так. Вот давайте на этом уровне мы поставим вот такой вот механизм, который у нас работает на кнопочках. Посмотрим быстренько. Да, вот он крутится. Все отлично. Процесс пошел. Может быть, кстати, а если можно так сейчас? Так, и можно ли на нее блок поставить? Вот жалко, на пилу нельзя блок поставить, так бы было интереснее, потому что она крутится сама. Так, отлично. Может быть, как-то можно механизм завести, чтобы он работал сам и, так сказать, без остановок. Я сейчас попытаюсь сделать мельницу. Ну, как сказать, даже не мельницу, а карусель в какой-то степени. Которая будет, собственно говоря, ездить и молотить моих врагов. Как вам такое? Попытаемся. Мне интересно сделать такой механизм. Не знаю уж как вам, но мне очень интересно. Другой вопрос, будет ли он эффективен. Это уже совершенно не важно. Давайте еще вот здесь вот поставим. Вот такие, нет. Здесь это не нужно совершенно. Так. Во-первых, нам же нужны колеса, да, не забываем об этом, потому что все-таки у нас транспорт-то такой специфический. Так, немножечко я вот поторопился, а как наверх-то поднять обратно? Ну ладно, можно вот, вот таким вот образом можно поднять наверх. Так, колеса давайте, к примеру, вот здесь и вот здесь вот поставим. Так, и давайте просто ради эксперимента эта вся фигня крутится, но баланса в ней очень мало. Сейчас, секундочку, как бы это все сбалансировать, не знаю. Нет, представляю, честно говоря, но сейчас посмотрим. Люблю извращаться, называется. Так. Если я здесь вот колеса поставлю, это уже баланса добавит? Добавит, по-моему. Так, другой вопрос, что... Вот так вот, к примеру. А, здесь все элементарнейше и просто. Ну вот, к сожалению... К сожалению, вот здесь вот не получается делать. Не хватает здесь вот места. Блин, я не знаю, честно говоря, что здесь поделать и как быть. Потому что нужно еще на один блок раздвигать. Ладно, давайте еще на один блок раздвинем. В принципе, что ж в этом такого страшного-то, да? Просто надо будет, конечно же, все закрепить. Закреплю я скобами все, ну вот этими держащими веревочками, или как их там, как хотите, так и называйте, в принципе. Так, теперь по одной такой. Я хотел бы именно с бензопилами, поэтому я извращаюсь с бензопилами. Так что, ребята, не критикуем сразу. Так. Блин. Так. Так. Ну, пускай так будет, в принципе, тоже неплохо. Как бы, хотя можно ундо. Так. Быстренько проверяем. Ну вот, это уже. А, все, понял. Прокручивает механизм, потому что
закрепил неправильно. Я прикрепил эти... Ну, скобы, да, вот эти вот металлические, к нижней балке, а центральная-то она же прокручивает. Поэтому давайте... Вот это интересно. Другой вопрос, что когда проникнут вот в этот промежуток, люди не слишком быстро крутятся, в общем. Вот так вот, в этом проблема единственная может быть. Но сейчас мы попытаемся ее исправить. Так, дальше. Надо какие-то тоже скобы здесь установить, потому что... Ну, я прям уверен, что в этом тоже будет проблема. Все-таки у меня только люди. Война с людьми, так сказать. Поэтому можно здесь и так сделать. Так, теперь немножечко брони, чтобы на всякий случай. Так. Ой, нет. Унду. Так. Сразу говорю, у меня задача не пройти быстро, у меня задача пройти интересно. Не успевает крутиться, но я еще жив, самое главное, я жив. Все, не выдержала центральная часть, собственно говоря. Слабое место найдено, то есть вот это место, оно слабое. Так, во-первых, давайте здесь вот так вот скобы поставим, потому что, в принципе, ну, логично, что вот так вот. Сейчас я вижу проблему в поворотах, да, но и это, кстати, мы исправим сейчас вот таким вот способом, что вот здесь вот поставим поворотные колеса, то есть поставим вот такие вот, ну, понятно же дело, что... Рычаги. Так. Теперь вот здесь вот мы зацепим. Все-таки, сами понимаете, это очень важный момент. Так. Чтобы еще такое наворотить-то. Если я поставлю здесь вот такие вот штучки, они будут, интересно, мешать поворачиваться. Так. Вот эти рычаги сейчас мы перенастроим на как раз-таки кнопочку оп и оп. Здесь тоже перенастраиваем на кнопочку, чтобы управление было. Так, проверяем, не задевает ли вот эти вот пики. Так. Конечно же. Все, нет, вот центральная часть не выдерживает, честно говоря, уехала. Блин, почему-то центральная часть не выдерживает. Не знаю уж почему, честно говоря. Сейчас мы еще поэкспериментируем. Может быть, ее просто убивают? Вполне это может быть. Но здесь я... Только так могу, наверное, только так, да? Здесь, потому что вот... Попробуем. Так. Сейчас. Так. Я забыл одну вещь, что... Забавно, что сгорело все. Ладно. Забыл одну вещь, что когда я поворачиваю, я же поворачиваю не только. Центральная часть, держись! Держись, центральная часть, держись! Немножечко. Я немножко даже... Все, понял. Пики мешаются. Так. Хорошо. Попробуем давайте таким способом. Как видите, когда я просто поворачиваю вот этот рычаг, ну как бы, да.
Так, нельзя болтанку устраивать, потому что тогда... Давай, кроши! В мясорубку! Спокойно, спокойно! Нет! Просто развалился из-за того, что он, ну, не выдержало, не выдержал механизм. Смотрите, странно. Почему-то все равно разваливается. А, разваливается из-за того, что копья. Все понял. Все понял. Теперь тогда мы немножечко по-другому сделаем. Наверху нельзя уже будет поставить укрепление. Почему-то, кстати, не знаю почему. Уж так, странно. А почему я не могу здесь поставить щиты? Ну что, могли бы поверх этого всего, да, так сказать. Почему бы нет? Понятно, что здесь можно какой-нибудь просто автомобиль сделать с шипами, с мечами, торчащими изо всех сторон, и пройти эту миссию. Это понятно. Это как бы не проблема пройти эту миссию. Проблема пройти ее интересно и эффективно. Вот так вот. Давайте немножечко назад отъедем от лучников. Кстати, вот почему бы нет, да? У меня же есть возможность поездки. Нет, у меня нету возможности поездки, потому что... Давайте сначала я отъеду. Я сначала отъезжаю. А теперь начинаем крутиться. В принципе, мне же нужно что? Мне нужно прорваться просто вперед, да? А-а-а! Как так-то? Эх, машина интересная, но, блин, ну вот что-то ей не хватает. Она слишком хлиплая. Мне кажется, шасси слишком хлиплое, чтобы это... Горим! Горим! Сейчас я попробую. Горю! Горю! Нет! Нет! Ну, я, знаете, я прошел. Я их всех убил. Это самое главное, да? Другой вопрос, что у меня просто развалился аппарат. Ладно, будем считать, что я прошел. Вот так вот. Так. Не понял, тут просто нужно доехать, что ли? Во-первых, давайте сохраним моего какой-нибудь... Как-нибудь его назовем, к примеру, мясорубка. Так, почему-то нельзя, кстати. Мясорубка. Так, сохраняем. Сейчас загрузим убийца, разрушитель, убийца. Загрузим убийцу. Убийца вот у нас такой вот. Какой-то недоработанный, честно говоря, что это такое. А, это мое первое. И что мне сделать, интересно, нужно? Или мне нужно... А, я понял. Мне, по-моему, нужно камни дотащить до туда, да? Так, что ли, получается? Да, мне нужно дотащить до туда камни. В принципе, это несложно. Но сейчас я попытаюсь с одного хода, так сказать, пройти это все. И тогда, может быть, сейчас. У меня есть у этого аппарата еще. Давай. С рессорами. Катись. Вот так вот я и прошел сразу быстренько следующей миссии. И следующую вот эту миссию я уже буду, конечно же, следующей серии. Здесь, мне кажется, либо какую-то такую машину на платформе нужно строить, то есть высокую, да, где уже вот под пределом такой какой-то будет
таран или что-то в этом роде. Либо какой-то полетный аппарат, которым нужно будет сломать. Кстати, можно будет в следующей серии как раз-таки и самолет уже и сделать, попытаться. Ну, или что-то, летательный аппарат какой-нибудь. С вами был Нильфгорн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И если вы еще хотите больше серий по этой замечательной игре, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Всем всего хорошего. Пока.